Машиностроение – локомотив ивановской экономики, вторая по значимости отрасль промышленности региона. В пятницу в областном правительстве в преддверии Дня машиностроителя отметили передовиков производств. Мы фиксируем прирост, увеличение занятости в этой сфере. Сегодня больше 11 тысяч человек у нас занято в этой сфере. Средняя зарплата в этой отрасли, надо отметить, что выше средней по экономике, составляет почти 29 тысяч рублей. И мы фиксируем рост этой зарплаты почти на 10% по сравнению с предыдущим годом. Машиностроение в Иванове обеспечивает более 20% валового регионального продукта. На предприятиях сосредоточена наиболее профессиональная часть рабочей и инженерно-технической элиты. Многие трудятся не один десяток лет. Евгений Круглов работает на заводе испытательных приборов почти 40 лет. Сегодня его труд отметили, наградив знаком почетного машиностроителя региона. Если не сделаешь прибор, дальше ничего проверяться не будет. И остальное делаться, так сказать, не будет без этого прибора. И это машиностроение, оно все поддерживает всю отрасль, можно сказать, и текстильную, и дальше, Машины и оборудование – это основа большинства производств. Можно сказать, фундамент промышленного производства. День машиностроителя – повод отметить людей, которые посвятили себя этому делу. Ведь, несмотря на автоматизацию производств, кадры по-прежнему решают все. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.